Госавтоинспекция напоминает водителям о безопасной скорости, с которой надо двигаться по влажной дороге. Очередное ДТП произошло 20 сентября в областном центре, рядом с зоопарком, где 23-летний водитель Hyundai с 3-летним стажем вождения не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В происшествии никто не пострадал. Уважаемые водители, соблюдайте контроль во время движения. Спешка создает опасность для окружающих, а также для вас.